Приношу свою благодарность нашему президенту Мирзиёеву Шавкат Мирамоновичу. Огромное спасибо его дочке Саиде Мирзиёевой. Также хотим показать свою признательность команде «Кунуза», всем тем, кто нам помогал и не оставил нас в такой момент, в тяжелый момент, потому что это очень было для нас тяжело. Этот месяц прошел для нас несказуемо очень долго, особенно для детей, так как они вообще такое долгое время были без матери. Сначала она работала на карантине, потом сама она заболела, лежала в больнице. И затем вот месяц сидела не за что, считай, и провела там свое время, то, которое она могла бы провести и отдать больным, которые в ней нуждаются.